Уважаемые инвесторы, 27 декабря 2023 года на экране компания Intel Corporation ENTC, значит, тикер. Так, прогноз по данной компании, по цене данной компании, значит, здесь вот у нас произошел ложный пробой, цена возвратилась в свой тренд, и значит у нас ожидается рост в любом случае. Далее здесь очень важная, значит, зона цены будет вот в зоне 40 баксов, то есть приблизительно где-то здесь. Так, а нет, здесь у нас уже была, тут цена, значит, забрала деньги. Так, да, следующее у нас получается вот такое движение, очень простое. Скорее всего, сейчас здесь будет там небольшой какой-то подъем, далее он опять протестирует свой тренд, и следующая важная зона у нас будет вот здесь, получается, 45 баксов. Вот, тут, это значит, вот на ближайшее время. Сейчас разберу также глобально, как вообще показывают инструменты. Так, значит, здесь, вот здесь будет происходить какая-то прям вот кульминация, там, я не знаю, тут сейчас трудно сказать, куда, как цена будет биться, но в любом случае цена будет тестировать вот эту зону, как она будет из нее выходить, пока сказать трудно, но вообще глобально мне очень симпатизирует данная компания, что касается вот конкретно с математической точки зрения, да, там, то есть я сейчас не опираюсь на фундаментал, вот, значит, мои подписчики мои знают об этом, на новости я тоже не опираюсь, вот, но глобально, в принципе, вот очень даже хорошо она выглядит. То есть вот здесь будет происходить какой-то кульминационный такой момент, можно сказать даже, ну, допустим, давайте возьмем, растяну сейчас фибу и, допустим, я не знаю, там, ну, сюда вот коррекцию там, вот, так, ну, допустим, что вот она сюда поднялась и отсюда там оттолкнулась, она может, естественно, сюда вот оттолкнуться, да, то есть получается далее там она опять оттолкнется, пойдет уже опять вверх, значит, как и должна пойти. Вот у нас вот такой возможный сценарий. А еще нужно обязательно учитывать то, что она все-таки еще раз может вернуться к себе. Вот в эту поддержку, тут тоже такая довольно сильная поддержка к 30 баксам, вот, но не вижу никакого повода там на отчаяние, то есть отсюда в любом случае можно уже свободно ожидать какого-то роста, то есть неважно, как поведет себя цена, но глобально, то есть можно отсюда уже ожидать вот такого роста. Вот, то есть, если купить на нынешней цене, вот прям по данной цене купить, то, ну, можно там рассчитывать, вот, учитывать, скажем, там, какую-то максимальную коррекцию еще от этой цены на 20%, да, можно учитывать. Но не обязательно, еще раз таки, да, то есть тут нужно понимать. Пока предсказать трудно, это вот я глобально смотрю, то есть в ближайшее время я вижу вот такой сценарий, далее вот здесь уже нужно будет опять делать новый прогноз, но даже если цена укатится сюда, чтобы можно было понимать, что не так страшно, в принципе, можно будет здесь еще раз докупить, это если рассматривать долгосрок. То есть на долгосрок цена компании выглядит очень даже прекрасно, очень даже хорошо. То есть здесь она, ну, вот все собрала, и в принципе ей ничего не грозит особого там такого. То есть возможно, даже она уже от этого уровня будет тестировать вот эту поддержку, и все, и дальше будет цена уже и искать свой максимум. Вот это если вот прям вообще глобально посмотреть. Вот, то есть очень интересная такая компания.
Так, ничего важного не забыли? Вроде бы нет. Я думаю, что на этом все. До новых встреч. Уважаемые инвесторы, данный прогноз является авторским, а также 100% независимым и не спонсируется компанией, которую я прогнозирую. Канал не предлагает абсолютных решений, а мои прогнозы – это всего лишь возможные сценарии, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией или призывом к покупке и продаже актива. Если вам нравится формат моих видеопрогнозов, а также вы инвестируете в акции России, США, Гонконга, криптовалюту, металлы и валютные пары, то подписывайтесь на мой канал. Также вы можете подписаться на телеграм-канал, в котором я публикую то, что не публикую на YouTube-канале. Каждому лайку или комментарию буду очень признателен. Всем больших профитов и до новых встреч!